Титулованный азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров выиграл свое первое олимпийское золото на Олимпиаде в Париже. На родину спортсмен пока не вернулся, однако нашей съемочной группе удалось встретиться с его отцом. И он рассказал о пути сына к триумфу. Минаят Гейдаров до сих пор пересматривает финальное выступление сына на Олимпиаде. На то, чтобы одолеть всех своих соперников на играх в Париже, Хидаяту понадобился всего один день. Однако шел к нему он почти 20 лет. В секцию дзюдо 7-летнего мальчика привел именно отец. Когда мы с Хидаятом пришли на просмотр в секцию дзюдо, тренер попросил его залезть на канат, чтобы проверить силу рук. Хидаят без проблем это сделал, даже рукой до потолка дотронулся и слез. Тренер очень удивился. Не каждый из тех, кто 2-3 года занимается, может так же. А у Хидаята это легко получилось с первого раза. Дома у отца награды сына с юниорских турниров. Особо дорога медаль за первое место, которую Хидаят выиграл на чемпионате Азии среди подростков в Якутске. На соревнования поехал травмированным. Хидаят сломал руку на Кубке Европы в Германии, и ему пришлось отказаться от другого крупного турнира. Он очень переживал, но потом появился шанс выступить в Якутске. И хоть он восстановился не до конца, уперся и сказал мне, что обязательно поедет. Я его отпустил, но взял обещание не перегружать себя и провести всего один поединок. В итоге он обманул меня, дошел до финала и выиграл. На сегодняшний день Хидаят один из самых титулованных дзюдоистов Азербайджана. Четырехкратный чемпион Европы, чемпион мира, обладатель большого шлема, лидер рейтинга Международной федерации дзюдо. И вот теперь еще и олимпийский чемпион. Для того, чтобы пробиться на Олимпиаду в Париж, ему нужно было 4 года занимать призовые места на всех соревнованиях. Может показаться, что победы даются ему легко, но это не так. Я ни разу не видел, чтобы он проспал тренировку или опоздал на нее. Хоть дождь, хоть снег, Хидаят днем и ночью ходит в зал, постоянно ездит на сборы. Он не из тех, кто будет работать спустя рукава. В этом главный залог его успеха. Семья Хидаята с нетерпением ждет его возвращения. Правда, бурно отмечать успех на играх в Париже не будут. Одним олимпийским золотом спортсмен довольствоваться не хочет. Будет готовиться к играм в Лос-Анджелесе. Кямран Гусейнов, Фуат Гасымов, Эльнур Наджафов, Мир 24.